No thank you, вот идиот. Я ж тебе написал уже давно один к одному, он мне еще пишет no thank you. Это я тебе должен ответить no thank you. Даже thank you? Ну да. То есть я заранее в это в деталях сделки написал, что меняю одну анкаманку на одну карточку. Мне все равно пишут две анкаманки на карточку. Ну, люди клевые. Ну, это да. Ну, у них пик конченый, это просто жесть. Ну, если у нас будет какая-нибудь профетка, то... Ну, это что, это по КД первый скилл? Да, у нее мана кончится. Она же не на миду стоит. Ботла нет. Я пока нас... не... Да, у нас Абадон. Абадошка. Харасин Гейминг сейчас будет. Сука. Да, вот я ты знаю. Мудак. Я опять крипов отвел. Да ты, блядь, еще и под башню отвел. Подожди, я звук выключу с компа. Ну вот не нашел, блядь, время, у нас Shadow Demon еще. Чё это тут забыл, товарищ? Ты ебал. О, Shadow Poison на первом. Ну что же. Time to sticks. Да ты просто посмотри на этого бича. Ведь у него сейчас бомбанет пукан-то. Ой, да похуй. А пошел нахуй вообще. Давай-ка под инфиблом побегай, так и быть, я прокачаю инфибл. И такими темпами ты умрешь. А он третий прокачал. Я могу, да. Я, по крайней мере, скажу. First Blood. Конечно. В принципе, ожидаемо было. Ну, давай, он, у него армора пока мало. КП дохуя, конечно, в любом случае. Что вы все время на меня-то? Он сейчас еще под вышку под за нами пойдет. Ну мы что-то не можем. Почему-то Абадон мне больше всех уже надоел из новых героев. Блять, каждый игрок. Меня так Бристол Бэк не бесил. Не ой, Скаймар. Бристол Бэком играть никто не умеет, а за Абадона не нужно уметь играть. За Бристол Бэка уметь надо играть, что ли? Конечно. Мне казалось, за него только бегаешь, спамишь иглами, мажешь первым скиллом всех и все. Но... А для этого надо выживать хотя бы. Собрал Тараску, там, худ какой-нибудь и все. По крайней мере, в первой игре у меня именно так и было. Тараска худ и бегаешь, то есть, в соло Скелетон Кинга один на один дважды. Ну, то есть у него же там под ультой он был. Дважды один на один его разобрал. О, Soul Catcher уже. Да. Сука! Сука! Мне ПТ дадут купить? Мне стик-то не дают купить, сходить. Ой-ой-ой. То есть все-таки ты мом хочешь покупать ему? Да, ПТ мом. А в быструю батл фури? Или на моем опыте не будешь? Давай-ка, Абадончик, тебе еще инфибл.
ему похуй. Он сейчас до конца. Ты посмотри на него. Ну да, ну да, ага. Вот это надо наказывать. Оп. Да я ему пол столба отпил. Сейчас кларить из-за ХВ. Куру лапну. Давай, давай. Эх, ну, если бы ты забашил его. Я не забашил его. А не то нам с Джек Фростом везло на линии, когда мы Леон Войд стояли. Чисто чувак бежит баш и все, и умирает. Скоро легенки кончатся. Ну, у меня еще два танга есть. Я, в принципе, сейчас могу вторым скиллом отпиваться. Слышь, въеби-ка этому дяде. Давай. Десейвер. Оп! А, сука! Даже со стиками, yeah. Сука, 9 стиков прожал и все равно, блядь, умер. Пидорас. Снайпер мне говорит Б. Еще и клацает на меня зачем-то. Ну, Рейзер там у нас, походу, унижает. Найс СС Пуч. А Пуч лайновый, что ли? Давай я напишу СС2. СС2. Как у тебя там с фармом? 28 крипов. Ну, ПТ-шечка почти есть. Приперся. Тебе да, тангус вдвоем нужен? Да, да, давайте. Он даже щит уже на крипов вешает, не на себя. Причем, друг, на наших крипов. А, не на своих крипов. В принципе, спасибо ему, он линию нам пушит. Крипочек там один. Оп, хорошо. А, хрен тебе, заденайл. А вы похарасите. А ты не думал о соло ринге? Ну, я тебя просто смотрю на твой закуп и охуеваю. Ну, у меня денег-то нету, ты же все фармишь. Конечно, возможен такой вариант. Но это когда у меня ульта появится, я кого-нибудь там заберу пару раз. О! Ну-ка, давай я поближе подойду. Еще можешь пострелять. Мне как раз стики нужны. Пятый. Крипочек. Шестой. Под башней. О-о-о! Понятно, nice SS. Сейчас и тебя там заберут. Ну, давай, блин, кайся. Сумел. Он уже давно не на лайне воин. Он уже ходит просто так. Снайпер идет гангать пустую линию. Красавчик, чё.
сука. Вообще, блядь, не вижу нахуй вариантов. Шестого нет еще. Ну не знаю, если ему очень хорошо на баше пропрет, я там пацана как-то выпью нормально. Принципе... Да я тоже тут, блядь, просто мне бы шестой, я бы купол поставил, блядь, забрали. Блядь. Я не понимаю, зачем он пришел к нам? Бадошка на мид пошел, или он к нам влез? СС2. Эти со тавером, блядь, терутся. Чувак, ну, там ладно. Дабл фил. Что горит снайпер? Не знаю. Единственное, что, блядь, он делает, это то, что он мешает мне фармить. Ой, ободош. Отпушил лайн. И ушел нахуй. Помешал фармить, ничего не сделал, ушел. Блядская тележка, сука, только одни беды от нее нахуй. Можно Shadow Demon попробовать под куполом, в принципе, забрать. У меня есть этот ульт. Через 50 маны мне и на брейнсап еще хватит один. Хотя, в принципе, у меня стик есть, могу поражать. Снайпер на медведь топор, куча. Слушай, у этого же нечем сбить. А, блять, он опять со своим щитом. Я не понимаю, зачем он щит кидает? Его никто не бьет даже. Можем если сейчас Shadow Demon близко подходит, можем его вообще изи схватить и убить. Абадон уже нечем сбить. Ты посмотри на него, давай я... Эх. Надо было его сразу прятать. Давай, я ШД схватил. Не понял. Я не понял, хули я не прыгнул туда. А у тебя рейнджа не хватило. Он же не, у него же, блин, не как у Квабы работает. То есть щиток Абадона сбивает мой ультимейт. Все понятно. Да, что-то это какая-то хуйня вообще читерская, то что он сбивает ульт. Я стою спокойно в пацана, ультую. Тут щиток и у меня сбилось на полукасте. Слушай, ну надо забирать их уже. У меня, блядь, уже откулдаунился бы это. Если ты бы сейчас поставил купол, я могу отпить кого-нибудь. Ну а бадошку-то мы не заберем. Без мома. Shadow Demon, вон, блинкайся к нему и ставь купол ему. Надо обоих ставить купол. Ой-ой-ой, там еще и прошметка. О, понятно. Давай ему этот закину. Давай я выпью профетку. Я что-то не понял. А в чё за стан, блядь, по мне был? Вот. Это хуй знает. Чё за стан, ёбаный, по мне был только что? Меня этот, блядь, Shadow Demon нахуй спрятал, что ли? А, и сейчас он своей ультой его похилит. Все, кончилось это. Ну бей, 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 друг. Так, кончилось. Да он не догонит этот... А у него ПТ, а не в поясе. Пиздец просто, Shadow Demon просто спрятал. Пидорас, ни одного СС, блядь, на этой нет. Не пиши, блядь, никаких СС-2, блядь, СС-10, нахуй. Сука, слайны, ни одного, блядь, эсэса. Ебать, разор вообще маньяк, ёбаный. Если в команде бомжи хоть, давай мы бомжами не будем оставаться. И на разора посмотри, 12-2, блядь, бомжи. 12 фрагов нашей... А, 14 фрагов нашей команды, но он сдохся. Ну, сука, меня так бесит купол просто. Блядь, Shadow Demon меня спрятал просто в куполе. У нас там снайперы обижают. О, на снайпер понятно. Ебла кусок, сука. Гангер хуев пришел, блядь, загангал сюда хоть раз. Нет, нахуй. Он только отдается, блядь. Сейчас опять мы будем виноваты, что его да слили. Он ебак, блядь. 0-5, пидор тупой. Снайпер, блядь, против Куджа на миду, нахуй. Куджа здесь. У тебя ульты есть? Пошли, Куджа, ебни. Ебнем ли. Да ебнем, ультуй. Ультую. Ультанул.
хорошо. Ой, профетка у нас. Если у тебя купол есть? Нет, 18. 17 секунд, понятно. Ну, к нам сейчас ШД заходит. Крепочка подхарасил. К нам кто-то ТП делает, брюмастер. Понятно. Он видит, ну, он хочет подраться. Весело. Да? Ну, пусть дерется. Купол есть. У меня ульты нету, только выпить могу из-за этого. Ну, панда рассоединилась, окей. Да и хуй с ней, я не буду драться под это, под духами. От профета. А вот теперь... Нет. 250 до аркан маны ни на что нету. Он просто бегает, пока до щиток свой вешает, и все. Да. О, понятно. Я спрятал этого бомжа. Ну, Пуджа, забейте, он же тут завоняет всех. Так, окей, Shadow Demon минус. Стики, стики жми. Да нахуй мне стики. Ну тебе хватило бы через 2 секунды на Time Walk. Ну 2 секунды. Сейчас она за мной побежит. И на развороте гейминг. Ай, ободошка уже здесь, нахуй, на развороте гейминг. Снайпер сверхполезный, блядь. Забой ультанул только и все, блядь. Даже не надамажил никого, хотя я в купол только этого спрятал. Блядь, интересно, я его ультой не залечу сейчас? Нет. Слушай, охуенно. Башню задинай. Да, сейчас. Задинай. Успею, наверное. Да, успел. Хорошо. Пойду арканы закуплю. И полечусь за одним. И вардов куплю. Вот это я вообще молодец. Че, антимаг... Блядь, антимаг даже от тавара блинкается и убегает нахуй туда подальше. Ну че, пойду сложный фармить. Ну давай тогда я тебя сейчас сложную там варды где-нибудь поставлю, чтобы хоть видно было. В принципе, инвиста у них неоткуда ждать. Ну, блин, я не люблю рейзеров с вангвардом. Вот, блин. Может кто-нибудь объяснит, зачем мне его вангвард? Ну, вдаль сразу же, блядь, съебался. Прыгнул бы на меня, может быть. Ну не знаю, ты, наверное, Battle Fury точно не будешь собирать. Да тогда я сразу. Я не нафармлю здесь ничего, здесь сейчас сразу же, блядь, это будет ебать мне Абаддон. Снайпер какой-то странный. Ну сбей ты мужчину. Бог мой! Он на одну тычку Shadow Demon ультует, то есть когда можно просто тычку дать. Мом летит. Ну кура у нас апнута. Тебе Ancient встакать или ты не осилишь? Пока не осилю. Сука, ну нету у меня денег на ТП. Я хотел к вам ТПшнуться, но денег нет. Профетка Тауэр снесла. Я ее зацепил, но она сейчас уже отвиснет. Ну я портуюсь туда. И динамит. Да, нет. Хотя, блядь, девятый. Она сейчас просто вторую башню заберет. У меня есть ультимейт. Уйти. Поймал. Пизда, Пудж приперся, блядь. Да все, уходи, они тебя сейчас изнасилуют втроем. Он воняет, ты под вонючкой стоишь. Да, именно 4 стика сегодня. Ну зато, блядь, снайпер сделал свое дело, мега полезное хуйло. Ну, сука, пуч не вовремя, профетку бы убил. Не, она еще под ультой, сука, была. Ну, Рейзер, ты можешь... Абаддон, ну как всегда. Ну, их трое, блядь, разор зря один побежал туда. Еще и сосалка у него слетела. Ну, наверное, надо пацану идти помогать как-то. Не знаю, у меня свитка нет. Антимаг даже на снайпера боится. Я попробую в лесу пофармить. Вон тут линия отпушена. Сносим лайн, ребята, лайн сносим. Time to fight. Fire, fire, fire.
Я тебе на отводе два стака сейчас сделаю. Если, конечно, снайпер какой-то не зафармит. Нет, он тактично отошел. Видимо, подозреваю, что тут дабл спауны какие-то мутятся. Он думает, да, наверное, что пусть они для него мутятся. Это как вчера у нас Кунка-то был. Да. Ну, Кунка вчера и выиграл. Надо Пуджа заслепить на него, взять и все. Ну, я близко. Пола нету еще полминуты. На-на, отпил. Так, ну у меня есть ульта, можем Пуджа забрать. Давай, как-нибудь. Ты, давай, наверное, давай ультану. Ну, баши, вот догнать, баши. Догнать. Да все. Ну, зря ультишь, конечно. Ну да, есть ульта, можно и потратить. Лучше бы в антимаг, сам. Ох. Вот. Итак, дабл стак, да? Да, дабл стак отводы. На отводах сделан. Волки. Это смерть моей желаешь, волков не на стаку. А они изначально там были. Можно было сейчас их еще раз отвести. О, и тут еще дабл стар. Не смотри, сейчас еще. Оп, мана. Абадончик. Сейчас сколько у тебя долго? 50 секунд. Ну, короче, смотри, Абадона, я понял, тебе надо ультовать, когда это... И чё, ну он на себя щиток какой-нибудь бомжатский повешает? Не-не-не, не сейчас. Ну тебя вообще, уже там пасут. Когда половина хп будет у него, всё, я ухожу. Я бы на твоем месте уходил, у меня вижена нету там. Смотри, когда у него где-то две, ну, треть хп, ну так, чтобы ульта еще не активна была. Абадон тут профетка. У меня купол есть. Так. Видишь, просто его... надо, чтобы ты его ультовал, и у него тогда ульта не включится. О, разор. Врывается, блядь. Да просто рот нахуй от Пуджа и, блядь, профетки, ну и все, и пизда обоих я покарал нас. У меня ульта, блин, как... Сейчас просто я убил, блядь, нас обоих, нахуй. Да ауе у них, блядь, от Пуджа, блядь, от профетки, нахуй, от Абадона, от всех ауе. Зря, пиздец, ну нахуй ты ульт проебал просто так. Ты один тут, просто уходите. Ну ты уже не уйдешь, блядь. Почему нет, почему ты меня недооцениваешь? Потому что... Сейчас, тупо. Бомжара. Мансование еще никто не отменял. Нет, бомжар, бомжар еще никто не отменял. Да, но сейчас у них я... две пачки барабанов в команде, это все понятно. Но тем не менее они, блядь, выигрывают отчасти за счет Абадона. Хотя я не знаю, был бы какой-нибудь сайленсер, наверное, лайну точно так же бы, блядь, он напрягал нас на лайне, мы бы кучу на пару, А, ну снайпер. Да, давай, снайпер. Сука, охуеть, он меня с какого расстояния притянул, блядь. Разор просто обоих, блядь, нахуярил. Ладно, блядь, последняя надежда наша. Так а чё, че трое наверху, двое в таверне, блядь. Пусть парни, чё им. Ну, надо пушить линию сейчас, я пойду какой-нибудь. Варды какие-нибудь намучу хоть. Рейзер вообще бесстрашный. 400 хитпоинтов в таверну побежал зачем-то. Точнее в эту, в лавку что-нибудь хочет купить. Point boost, значит пацан в агоним у нас пойдет. Я бы тебе сказал, во что я пойду, но я, блядь, ни во что пока не иду. 1-7. 1-7! Нихуя себе! Ебать, я не думал, что я настолько хуёв в этой игре. Отсосал столько хуёв.
Я с разором еще. Постараюсь его, короче, теперь не прятать. Вот так, чтобы он дамажил. Но он всегда просто в гуще событий. Ну, так и надо, вылетаешь. Ульта там вообще шпарит больно. С аганимом там. Ну, там дабл спаун, вон есть, можешь там зафармить сходить. Я иду к вам, я иду. Ну, панда даже ульту не успела. Разорчик не того бьет. Чё там? Чё там, кто там у нас побеждает? Снайпер сейчас захилит пацана. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, я Абадона поймал. Поймал Абадона. Ой-ой-ой, ну кто уж мне, никто не поможет. Его еще и спрятали. Давай его заслипаю. Где настоящий-то из них? Какой? Тот, на котором щит, блядь. Семь секунд до слэшки. Оп, хорошо. Пуч, 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 давай вот это... Вот так вот ему. Опа! Все, давай уходим. Он нас сейчас тут раскидает. Да. Вдвоем бы убили его. 500 хитпоинтов. Ты что, от нас смерти хочешь? Как тебя там, Рейзер? Я, конечно, знаю, что ты со своей этой сосалкой бесстрашен совсем уж. Угу. Снизу. Нам уже бараки сломали. Ну, блин, как всегда. Это как Фурион теперь. В смысле, бараки-то не сломали еще? Но она уже была в этих... Да, ебаный в процессе, пуч, скажем. Блядь. Чё, хукал? Да. Когда хули все дерутся? Оставь мне этот пар. Ну тут с этими пацанами нужно БКБ какое-то варить. Что они мне ульту просто сбивают постоянно. Они ульту могут сбивать с помощью Абадона, так что ультить кроме кого-то, кроме как не в Абадона, вообще не вижу смысла. Он спокойно щит на пацана кидает и все, блять. Твоя ульта нахуй не действует. Есть, в принципе. Снайпер, со снайпером заберем. У меня еще ульт есть. Только не кажись, к вам ушли наверх или у нас нести сейчас будут. То я бы на вашем месте оттуда делал ноги. Да как они к нам подойдут? Через лавочку. У нас там лишь сейчас день. Я вот думаю, то, что к тебе они скорее придут. Да-да-да, они к тебе идут. О, понятно. Привет, парни. Спасибо, что в купол запер. Ну, блять, я попытался что-нибудь. Я хотел, чтобы... Они клевые, что я могу сказать. Но их пятеро, блядь, вот что. О, антимаг Battle Fury, тайминговая. Назад, надев. Эрозорчик, блядь, просто. Да нет, здесь Профетка, по-моему, выигрывает игру, а не кто-то, блядь, еще. У них пайк. Пайп, Булдстоун мне. Да, ну правильно, снайпер, блядь, на миду 5 раз нахуй слился. Я-то слился дохуя, но я это не Абадону сделал, я это всем понемножку. В основном Пуджу, правда, у которого 2600 такого же. Снайпер, шрапнель кидай, не бать тебя. О, у него что, первый ульт, что ли? Блядь. Второй. Больше меня даже. Ну, 40 секунд он ничего сделал. Просто, блин, блядь, мне бы реально какой-то БКБ аганим дагер хотя бы собрать. Просто как шлюха мечусь, блять, тут ничего не делаю. Они еще и мои дабл спауны зафармили. Ну они в пятером, блять, у нас, блять, зря пайп поддался.
Разор отдался просто так. Ты, блядь, там ходил. Сука, ты же видел, что они оттуда идут на тебя. Нахуй ты наверх пошел просто с ним. Или тебя хукануло? Нет, я туда пошел, но я не видел, что они там. Ну, блядь, то есть, ты видел смотрел... то, что антимаг там идет. Я видел. Значит, ты должен был видеть. Я на карте. Видел. Такой крестик был такого бирюзового цвета. Значит, блядь, то, что они со стороны лавки находятся. Ну все, чё, сплит-пуш, я не знаю, больше я не вижу способа. А кем сплит-пушить-то? Да вот именно что нет. Не ты же не за антимага играешь. Да, с древолами. Ну, опять сейчас, допустим, Разор убьет ее, конечно. А, он не убьет ее даже. Почему это нет? Сейчас в нее души полезут. И у нее. Надо же, повезло. Он тут. Она бы просто выхилилась полностью. Но его примут сейчас. Ну я попробую помочь пацану, но это, походу, бесполезно. Соси дамаг и давай. Нагнетай обстановку, скажем так. Есть, тупо. Давай, давай, Рейзер! Ой, что ж ты делаешь, пацан? Оп, антимаг. Ты думал, все так просто? Обманули дурака. Давай, ага. И че, у тебя там дамаг типа есть, я слышал. Опять отпил пацаненка. Твоя помощь нужна очень сильно. Ну я как бы пизжу его. Ну все, уходи мне. У меня 200 хитпоинтов, этот сейчас пацан еще ворвется на меня. Все, давайте я бы... Все, его убили. И Рейзера. Куч протупил что-то совсем уж. Ой, да ладно, что ты хочешь, блядь? Женщина, что ты мне сделаешь-то? Всем заряда толстого не упадет. У меня, короче, у тебя немножко заглючил герой, и ты стоишь неподвижно, как будто во время паузы. Нет. Скажи, то есть, долго... нет, да, он у меня также стоял, но я тут. Ты долго учился этому искусству не двигаться? Купол 20. Блять, только порегенился, опять это бомжар меня уже. Да ее надо вот так вот делать. А у меня даггера нету, я ее цеплять не могу. Че у тебя ульта есть? Я не знаю, у Джа уже 1003 хп, наверное. Я не знаю, как это убивать еще. Б, ну понятно, что Б. Че мне там на БКБшке еще надо? Митрилхаммер 1300. Ну там кого-то сейчас ловить будут. Ну конечно же. Почему? Чё, ай, блядь. Рейзер, он врывается вообще зря так. Да он не врывается, его хуканули, блядь. А на меня сало повешали, хотел поставить, блядь, так, чтобы... Золотые купола. Купол хотел поставить так, чтобы... Рейзера отпустили. Ну, блядь, ну он тонкий. Ну, по мне сейчас панда сейчас фидит. 19. О, да, антимаг. Да снайпер тоже никчемный, ну настилил он ультой, блять, у него урона нихуя нет. Был бы у него дезолятор хотя бы к этому моменту. Какой там дезолятор, нам сейчас. Все, это минус сторона. А то и две, блять. Ну, глиф, конечно, вовремя, да. Да что ты на меня клацаешь, ебанько. Что я сделаю? Я могу только заслепить их. Пуджа Тараска, что ли, что он стоит воняет, это так просто. Да у него, блядь, силы дохуища. Меня просто антимаг крадует. Ну да, ага, давай. Ну, блядь. Сейф купол. Сейф купол. Ну, помог, ты слишком тонкий, он не слишком дохуя дамаг. Сейф купол. Вот тебе и снайпер, который я себе улучшил.
Почему бы не воровать? Не воровать дамаг у Абадона. Он же бесполезный кусок говна с щитом. А, да, Рейзер, молодец. Ну, конечно же, мне два раза подряд. Не убьет ведь снайпер. Нет, трипл хилл, пацаны. Ну, все, вот теперь Абадош. Пика нет. 1-8, блять. На, на, ебла кусок. Ебывается еще. Да хуй ли у них КД маленький, особенно в этой хуйни с Блэкстоуном. У нас мега крипы уже. У меня криты по 200, нахуй. 200, это, блять, вообще не урон. 200. По мне так Рейзер, если вначале вот тащил, но сейчас какую-то он хуйню. Зачем он аганим соберет? О, пацаны, там на Рошане, походу. Или кто АМ просто Рошане? Иллюзии забрал. Ну, короче, АМ сзади у вас с иллюзиями заходит. Да на АМ это вообще похуй. Ну, он это, ну, правда, по мне, я не успел стики прожать. Да, зря, конечно, в ШД ультанул. Да, нормально, похуй, отходить. Если ты не умрешь, то не зря. Ты нет. Не умер, значит. Мы выжили оба. Да, нет, мы не выжили. Ну что это лучше? А у него просто артист. Ну, а Разор еще разворачивается, крипкочка. Похуярь. А я ему это. Найтмар закину и пусть. Форстафится, не форстафится. О, пацана там уже встречают. Конечно, блять, он самую лучшую дорогу нахуй выбрал. Он даже не пытался у нее сосать дамаг. А у него вроде кулдаун был. Нет. Я смотрел, не было ни кулдаун. Да, она бы все равно его убила. Чтобы башни дамажить Разору, нужно гонять. Это-то да. Да нам бы игроков как-то дамажить. Пьюч. И догонит и сожрет сейчас. Мансуй, снайпер. Мансуй, снайпер. Да что ты на него клацаешь, он нас... Клацай усерднее, это поможет тебе убить их. Роша, ребята, Роша. Ну тут ничего не поделаешь просто. Ну как, залетаешь, купола. Ну, залетаешь, купола, а к этому времени все, все мертвые, блядь. О, да, брюмастер. Отличная, блядь, идея, нахуй. Худжай я от этого. А, я идти. Спасибо, что закрыл. Да ты, сука, ну ты даже не в анимации купола был. Ты видел, блядь, нет? Я не вижу, как ты там купол ставишь. Я вижу, что я в Абадона ультанул. Да, но я не, тебя не должен был купол, в общем, садить. Ой, антимаг, просто иди нахуй, не выебывайся. Ты же загнобленная тварь, блядь. Он МКБ против тебя собирает. Да хули у нас тут даже баши нет, что надо мажить. На моми убегай. Рот твой ебал, сука, панда ебаная, 4-6. Соси! Просто соси. Ох, что лучше меня отыграл. Ну это Войд, сука, у меня ни одной игры нету хорошей за Войда. Я отвечаю, просто ни одной.
Не знаю, блядь, не мои это герои, которыми надо фармить полчаса, потом, блядь, убивать всех. Я лучше, блядь, с самого начала и до конца убивать буду. Я завой до малой игры. Очень малой игры. Где-то тут должен быть. Абадон 0-1, заебись. Разор 1-1, заебись. Вон, Войт 1-2, сейчас будет 1-3. Да ты ебанутая, что ли? И давай в ней ульт. Да нахуя ее и так фонтан убью. Ну чтоб для пущей уверенности. Причем антимаг, блин, канулся практически в ту же точку, в которую его пуш притянул. Да не догоним мы их, что мы сделаем. Не знаю. Вообще надо занести пуджа вот этих абадонов, пидорские герои. Они меня бесят. Абадон, да, абадон бесит на самом деле. Я не знаю, зачем Рейзер туда полез, его сейчас там просто сломают. Ну, блядь, он просто почувствовал, что он клёвый, когда он на лайне всех выебал там. Ну, на лайне... И начал залупаться просто. А нахуй иди. Ты чё, я бы лучше за СФ, блядь, проиграл. Сука, ну давай снова под Тава, под фонтан. Купол есть. Ага, давай. Давай. Уёба. А назад-то пути нету, сука, что ж ты делать будешь? Ой, а жизни начали кончаться. Да путь, сука, хватит портить мне веселье, тварь, блядь. Что ты делаешь? Да путь, пидор. Я хотел Абадона загнобить, блядь. Купол поставил, чтобы он, блядь, стоял под фонтаном после того, как у него ульта кончится. Тимплей, блядь. Ага, форстафнуть из-под фонтана, это тимплей. Он не форстафнул, он за это. Ну, 1-12. Ну вот, мне вот нужен этот Фунзи. 1-12, конечно, это, блядь. И Дэнди мне нужен. А Муша нужен? Кто? Муша. Мне выпал Муша из оранжа. Муши вроде у меня есть. О, Юниверс. Вот Юниверс мне тоже нужен. На самом деле мне нужен этот. Из каких-то этих. А, вот, мне из Тонг Фу нужен.